Всем привет, меня зовут Поличук Алексей. У нас появилась такая идея, чтобы создать мобильное приложение, которое бы помогало пользователю, который находится где-то в городе, найти конкретно интересующие его объекты. Мне кажется, что каждый из вас бывал в такой ситуации, что вы идете с девушкой, и мы решили пойти в кафешку, пойти на свидание. Вы пишете в гугле кафешки там на республиканском стадионе, оно выбивает много меток, и там нигде не написано рейтинг, какой хороший кафе, какой плохой. Вы должны переходить конкретно по каждой ссылке, чтобы посмотреть все кафешки. Идея в том, чтобы создать такую базу данных, в которой пользователи могли бы вносить интересные объекты и выставлять им оценки. То есть пользователь идет по улице, запускает приложение, выбирает какую-то категорию объектов, там, или это кафешки. Это также актуально для Евро 2012, там олимпийские объекты категорию выбирают. И на карте вокруг него подсвечиваются эти объекты. На каждой метке есть короткое описание объекта и рейтинг пользователей, который поставили. То есть плюсы этого проекта, что каждый может добавлять какие-то свои объекты, и еще можно эти объекты скидывать другим пользователям, то есть посоветовать. Еще это полезно, например, кто-то хочет реализовать какой-то квест, например. Заходишь на сайт, добавляешь новое мероприятие, там, квест какой-то, какой-то компании. Выставляешь необходимые объекты, там, путевая точка 1, 2, 3, и выдаешь ссылку к каждому желающему участвовать в квесте, и тот, у него есть своя команда на Android в своем телефоне, смотрит все путевые точки, и по квесту проходит. Там высвечивается местоположение свое и проходит так квест через данное положение. Пока свежий, очень сырой. Как-то обозначить проект один.